это идея детского сердца. Mm-hmm. Это вообще не его идея. Тунгсинь по-китайски называется. Тунг – это юноша, mm-hmm. Дитя, а синь – сердце. Так вот, это детское сердце или детская душа – это признак естественности, простоты, честности, открытости человека. И такое непосредственное отношение к жизни. И вот эта идея, так сказать, которая, еще раз говорю, это не его идея, эта идея идет из Средневековья. Такой был философ Лиджи. Угу. Я вам, по-моему, рассказывал, наверное, да? Рассказывали. Вот оттуда это идет все. И вот он говорит о том, что детское сердце, им должен обладать каждый нормальный и талантливый писатель. Но оно очень хрупкое, это сердце. Оно ломается постоянно в жизни. И вот так, как пытались сломать, он говорит во время культурной революции, мою душу. Вот мне хочется написать это как-то. Но мне сейчас трудно как-то собраться очень.